Всем привет, друзья! Нахожусь в магазине «Светофор». Сегодня отличная капуста по 11 рублей 40 копеек. И кабачки 37 рублей. Капуста беленькая, чистенькая, аккуратно выглядит. И кабачочки прекрасные. Так, идем далее. Лук 14,60. Нормальный твердый лук. Отличная цена. Так, зашли в холодильник. Тут тоже кабачки лежат. Сегодня микс такой. Петрушка, укроп и лук. Набор ассорти, зелень 250 грамм. Так, поставщик витамины. И ценник 61,90. Отличная цена. Возьму парочку. Грейпфруты по 64,90. В холодильнике сегодня осталось чуть-чуть. В прошлый раз было много. Так, посмотрим мясо. Свинина на кости. Туша, полутуша. Разруб 182 рубля. Так, 770 кусок стоит. Давайте посмотрим остальное мясо. Тушки куриные, второй сорт, потрошенные. Вараксина 105 рублей 30 копеек. Бедро куриное охлажденное 159,90. Голень охлажденная 173,10. Так, подойдем поближе. И рагу свиное мясокостное категории Б 84,20. Ну и вот свининка на кости, мякоть. По 198,90, по-моему, отличный ценник. Так, идем дальше. Новинка. Печень ментая по-приморски. Формула ГОСТа называется. Снизу написано ГОСТ. Рыбные консервы. Печень ментая по-приморски. Стерилизованный. Состав: печень ментая, измельченная соль пищевая экстра. Так. И перец черный молотый. И все. Крышка-ключик. И ценник недорого, в принципе, 59,20. Так, вот такие у нас сегодня пресервы. Кальмар, кольца в рассоле. Так, состав мелкий, приближу. Состав: кальмар командорский, гигантский даже. Шинкованный, соль поварим пищевая, регулятор кислотности и так далее. Нажмите на паузу, кому интересно изучить состав поподробнее. Ценник 168,60, РПЗ плюс. Рядом морской коктейль в рассоле 0,5 килограмма, тоже полис 169,50. Там и мидии, и кальмар командорский шинкованный, щупальца дальневосточного кальмара и так далее. Так, и мидии в рассоле 500 грамм, рыба меч 159,90. Так, продолжим рыбную тему морепродуктов. Килька пряного посола. Так выглядит. 280 грамм, масса нета 400 грамм. Годен до 9-12-22. Нормальный срок. Так, килька 56,60, 400 грамм, ряжская. И васи холодного копчения 300 грамм, 103 рубля. Копчение на ольхе написано. Составчик очень мелкий и неразборчивый. Далее такие: горбуша холодного копчения, косичка 300 грамм, 217,60. И рядом горбуша. Горбуша сейчас дорогая везде, 377 рублей 90 копеек. Так, вот эта рыбина будет стоить 139 рублей. Так, вижу, у нас новиночка сегодня в магазине. Тирамису буаниссимо. Десерт с итальянским печеньем и сыром маскарпоне. Это с шоколадным наполнителем. Выглядит симпатично. Есть шоколадный, вишневый, кокос. 600 грамм, 12%. Написано: без заменителя молочного жира. Так, и синенький с кокосовым наполнителем. Переворачивать не буду, чтобы прочитать. Боюсь повредить. Так, посмотрим, почем сыр. Плавленый продукт голландский. 162 рубля. Огромные куски сыра. 368 рублей вот такой кусок стоит. Это у нас король Эдмонд. 456,30. Такая же цена сыр швейцарский. Без заменителя молочного сыра. Жира пишут. Российский 345,10.
Так, посмотрим, почем гречка. Давно не показывал. Большая пачка на 8 порций, 8 пакетиков. 79,90. Немного подешевел. Всем удачи, до встречи, пока.